Итак, давайте посмотрим на скорость работы автофокуса и скорость серийной съемки LG G3. Как вы можете видеть, фокусировка работает очень быстро, и это при том, что я, по сути, снимаю в макрорежиме, в котором фокусировка всегда занимает куда больше времени, чем при съемке более отдаленных предметов. Теперь давайте взглянем на серийную съемку. Как можете видеть, аппарат снимает серию очень быстро, причем максимальное количество кадров в серии 99. Так. Теперь давайте посмотрим, как идет себя основной конкурент LG G3, а именно Samsung Galaxy S5. Он, в принципе, тоже фокусируется довольно быстро, но, как можете видеть, не всегда удачно. Иногда фокусируется, иногда нет. Теперь серийная съемка. Как можно видеть, максимальный размер серии составляет 30 кадров, хотя, в принципе, скорость серийной съемки тоже очень неплохая.